Всем привет! Сегодня я начинаю играть Наполеон Total War за Вюртемберг с модом Наполеон Total Faction. Factions. Это европейская компания. Решил показать, как оно загружается, игра. Так. Как бы стартпост и все такое, настройки включены. И нажимаем теперь саму игру. А вот это оформление, как бы заставка, это я сам поставил. В самом моде там другие картинки. Что мне не понравились, так решил хотя бы вот так. В общем, Наполеон Total Factions. Можно играть за, абсолютно за все фракции. Единственное, в итальянской компании нельзя за там, Сардинию, Пьемонт играть. Там просто надо захватить 6 областей, а там на старте игры уже 6. А так за всех можно играть. В египетскую компанию можно и за Турцию играть, и за бедуинов. Sega. Ну, у нас европейская компания. Так, значит... Даже портрет какой-то был. Решил я сыграть за Вюртемберг. Попробуем господство. Максимальная сложность. Это когда все крупные государства объявят войну и будут идти именно на Вюртемберг. Попробуем сыграть. Так, ах да, секундочку, программа OBS, сейчас включаю саму игру, все. Просто рабочий стол оно снимало, а теперь... Так, чтобы такого... Торговля есть, какие-то тут министры. Так, хорошо. Это банкир. Ну ладно, пока. Изучаем, наверное, пока стрельбу шеренгами. Что-то дороже 170-140, значит пусть эти набираются. Так, с кем торговать? С Гессен-Касселем. Больше ничего не могу предложить.
Так, с Испанией это дружба. В принципе, торговать можно было бы, но нельзя. Так. Франция союзник, плюс 30. Ладно, а Испания плюс тоже плюс 30. Я раньше на это вообще не обращал внимания, на эти цифры. Давние обиды минус 35, а всего. Ладно, разберемся, что там за давние обиды такие. Тут минус 60, еще войну объявят. Ого. Так, антипатия, минус 45, значит скоро могут объявить войну. Будем надеяться, что как-нибудь продержимся. Так. Так, ну как обычно. Ну, француза можно чего-нибудь. Налоги потихоньку. Так, Бавария уже французская. Так, Иероним Мюллер, генерал, будет первый. Сколько? Ну, тут один ход и так. Так, изучаем. Больше нечего изучать. Ладно, пусть изучают. Ромб. Все равно без административного здания не получится ничего. Эти технологии изучать. А без порта вот эти. Так. Денег нет.
Так, османы с Россией воюют. Хорошо, пусть воюют. Так, порядок, порядок. Да, там не договоримся. Минус какие? Да и тут не очень. Где-то оно... А, проходить можно. Так, хорошо. Все, больше нечего. А вот это можно изучить. Денег мало, чтобы купить. Может, что обменять? Угу. Кстати, какие у нас отношения? Минус 31. Но недовольны. Ладно. А, вот оно что. Ванильный сразу с одной лычкой нанимается. Это то, что я добавил, я не поставил. Ну ладно. Пусть будет так.
Так, хорошо. Так. Найму легкую пехоту и будем с кем-нибудь воевать. Первый кандидат Гессен, конечно. Но они на моей земле стоят. В принципе, не могут атаковать сейчас. Построим. А, дороги. Ну хорошо. Так. Пруссия враг. О, это они сейчас попрут. Кстати, Гессен. Союзник Пруссия. Быстро. Так, деньги пока есть.
Так, Наполеона вижу. Вот. Сделал прозрачную панель. Теперь видно хоть немного больше. А, да, в моде «Война и мир» я прочитал, что там вот этим маленьким государством разрешается нанимать пушки и в обычных казармах. Там лимит, наверное, 3 пушки, как бы 3 отряда пушек, но все равно. Так, пока деньги есть, есть. Так, на Тироль французы, я так понял, пойдут. Система снабжения. А давайте. Как раз у меня войска здесь. Возле Кассельгессена этого. Даже если нападут на столицу, у меня там гарнизон хороший. Да. Раз. И полно войск уже. Так, хорошо. Так, подкрепления нет от Пруссии, хорошо. Что ж, сразимся. Иероним Мюллер, генерал у меня. Так, туман. Надо будет наступать как-то. Пушки пусть тут стоят, стреляют издалека. Так, это у меня легкая пехота. Что за мерзкая погода? Сырой порох означает верный промах, месье. Это вот эта легкая пехота. Была в шлемах. Это чуть позже появилось, но... Ну и той же как бы казарме нанимается. Так, как бы... Как это называется? Государство слабое, поэтому...
пусть будет так. Вот вроде бы похож. Так. А где у них пушка? Пушка с той стороны, значит, конница здесь пойдет. И вперед. Вперед. Стоит. Ладно, надо за пехотой идти. Генерал пусть пушки охраняет. Еще пушки есть. Так, гессенская пехота. Маловато, да, ну. Вообще-то далеко. Пушек только вот 4. Отходим потихонечку. Да, забыл. Музыку можно и потише. Пойдем. Попали. Пока тишина, да? Как тут к вам подобраться? Защитит пехоту на фланге. Блин.
использовать не рискну. Разворачиваем войска. Здесь разбили. Он обходит. Огонь. А, перезарядка долгая. Перестреляем всех. Месье, мы захватили здание! Давай, пуш.
девушки, идите сюда. Здесь вроде бы порядок. Где вы тут стреляете? Подошли ближе. Ой, уже ж крутятся. Планы разберутся. Полные егеря. Хорошо. С рогатки потому не посылаю уже в атаку. Подходим ближе. Вперед. Конница. У одного из наших отрядов кончились боеприпасы, месье. Вперед. Все.
Завершаем. Так, хорошо. Не знаю, почему в этом месте музыка не играла, но не важно. Уха, они еще недовольны будут. Я освобождаю. Где тут? Вот. Торговлю, технологии. Ну, ром вам дам. Предложить торговлю. Право прохода. Так. Что-то не хочет. Если просто так. Так, что ли? А, вот так. Ладно. Да, кстати. Минус 30 все равно. Но денег не дам. И не просите. Так, прусаки. А, вот где Пруссия. А ну, быстро туда. Здесь еще база снабжения. Так. Ладно, идите сюда. Может получится Клеомарк захватить. Так, прибыли, конечно, маловато. Просто если захватил город, так недовольство минус 9. Это долго пришлось бы сидеть, а прусская армия ходила бы тут. Так, не понял, что у меня в столице? Почему флаг порванный? А, эссенская армия же осаждала город. Поэтому потери внутри были хорошо. Так. Ой, сиди тут и не бегай никуда. Так. Кстати, это вроде генерал какой-то. Ага, точно шо. Ладно. Так, здесь гарнизон небольшой. Так, значит, думаю, автобоем возьмем. О, новости мне. Маленький гарнизончик. Сейчас. Ага, странно. Синие фляжки такие у британских войск. У меня, я гляжу, у меня у всех. Такие. Так. Вот и все. А здесь порядок, значит, оккупируем. Тоже. Оружейника. Так, здесь защищать столицу будем. Денежки немного есть, хорошо.
Так, гарнизон будет полный, если осадят кто-нибудь. А, прусские войска сюда отошли. Хорошо. Идем дальше. Они с ума сошли, что ли? Так сразу войну объявлять. Так. Потерял много, но ничего. Французы тоже на моей стороне. Сходи, посмотри, что здесь. Заодно, может, увидишь, какие войска идут. Нету никаких войск. Так, смотрим. Здесь порядок. Буду вас отогнать отсюда. Ладно. Сюда. Всего два отряда в гарнизоне здесь будут. Испания. Причем тут Испания? С чего бы это? Где Испания, где Вюртемберг? Ладно. Ничего сделать не смогу. Пока. Да, если бы Голландию захватить, было бы даже очень хорошо. Ладно. Причем тут Испания до Вюртемберга, не могу понять никак. Или после того, как я захватываю какую-то область, какой-то враг новый придумывается. Ага, они отошли от Амстердама. Не помню, с кем там они дрались. Так, это не важно. Еще не все восстановились. Ой, секундочку. Ага. Ну ничего. Вперед. Ух ты. И вторая армия отошла. Ничего, у меня еще подкрепление есть. Да. Отвели армию от города. Ну, штурмовать Амстердам буду уже в следующей серии. Так, интересно, как получилось. Тут и похитить нечего.
Ладно, посидите. Заодно я вижу вот саксонская армия. Это какая прусская. Просто стоит, защищает, я так понял, проход. Угу. К Берлину, чтоб французы не пошли. В общем, в следующей серии будем штурмовать Амстердам.